Как же я задрался уже начинать эту серию с этой E34, но надеюсь, в следующей серии мы прикупим себе новый автомобиль. Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Devo Project, все как всегда. Сегодня, как ты понял по названию, по превью ролика, мы будем, как бы, зарабатывать бабки, пассивный доход, весь пассивный доход на сервере Devo Project. Поэтому желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, если вы еще не играете на этом сервере, то при регистрации вводи именно мой промокод Эван большими буквами и забирай ценные бонусы. А при достижении максимального уровня промокода ты сможешь получить BMW M4 на виниле. Поэтому все ссылочки на сервер есть в описании, заходи, играй и забирай M4. Ну что, пассивный доход, какой он вообще есть и что существует? На сервере Devo Project ты можешь как бы купить бизнесы, 2 штуки, либо ты можешь вложить деньги в банк и получать проценты. Именно этим мы будем сегодня заниматься. Бизнесы есть разные, есть на 3000, есть на 9000 выплаты, есть на 15000 выплаты, есть на 25 и на 100 тысяч выплаты. Но есть одно но. Бизнес на 100 тысяч выплаты стоит 15 тысяч донат рублей. 15 тысяч на 100 тысяч выплаты. Вроде неплохо, но 15к доната, окей. Бизнес на 25 тысяч выплаты стоит 3000 донат рублей. Именно для него я сохранил бабки в предыдущей серии. И также обычные бизнесы по 15, по 9 и по 3 ты можешь, в принципе, купить уже с людей, с рук, потому что все выкупили уже. По 3000, там я не помню сколько, 30 тысяч, по 9000... Не, по 3000 бизнеса, не помню, 150 либо 200 стоит, по 9300 стоит, а 15 тысяч выплаты 500 тысяч, это именно госцены, но, как вы понимаете, они сейчас намного-намного дороже. Также есть вышки и дома отдыха, там я вообще не разбираюсь, там цены вообще за лям ушли уже далеко, поэтому, ну нафиг, у нас есть донат, мы сейчас купим бизнес за 3000 донат рублей на 25 тысяч выплаты. Значит что, мы находимся уже возле одних бизнесов. Если честно, я даже не знаю, какие покупать. Вот, например, F11, да, мы открываем карту, здесь заходим в настройки, и у нас есть свободные дома и есть свободные бизнесы. Вот где я щелкаю, вот, например, вот этот бизнес, это на 100 тысяч выплаты и 15 тысяч стоит и на 100 тысяч выплаты. Какие свободные бизнесы? Ой, свободные бизнесы есть. Значит, в SF есть как бы такси и заправочка, в LV есть вот ровно здесь два бизнеса, вот здесь. Также есть в Лос-Андосе, вот здесь. Я не знаю, что, если честно, купить. Например, хочется просто уникальный бизнес, да, с одной стороны. А с другой стороны, блин, а почему не купить бы в Лас-Вентуресе, если вот здесь тюнинг, и мы его 100% будем проезжать. И как бы есть вероятность того, что я смогу выкупить второй бизнес там через энное количество времени. Поэтому, бля, я хотел, конечно, если честно, купить таксишку, но, скорее всего, будем покупать именно здесь. Конечно, не сами, с соседями, ну да ладно. Поэтому заходим на бизнес 554, либо 557. Давайте спросим в Siri. Привет, Siri. Выбери рандомное число от 1 до 2. Случайное число от 1 до 2. 2. То есть мы будем покупать бизнес 557. Вы действительно хотите купить бизнес за 3000 декоинов? Да, продолжить. И теперь этот бизнес принадлежит Эвану. Вот так он выглядит, синим подсвечивается. Вот так на карте он выглядит, как желтый такой человечек с ноутбуком. И если мы зайдем, мы можем посмотреть владельцев, стоимость, выплату, ID предприятия и банк предприятия. Можем продать в гос, продать игроку и снять наличные. Интересно, если я продам в гос, я не хочу нажимать на всякий случай, потому что у меня других 3000 нету, чтобы как бы закинуть. Если продать в гос, тебе вернут именно бабками или донатом. Вот это тоже интересно. И в принципе, можем подойти вот к любому челу и посмотреть, да, что у него на балансе. Ага, понимаю. Конечно, 3 пятерочки это заебись, но, к сожалению, он занят. В итоге у нас бизнес пропал, деньги пропали, осталось буквально 5 рублей. Что, 5 рублей обменяем или не будем обменивать? Сколько 5 рублей? 5 рублей это на сколько? 5 рублей я могу 1500 получить. Ну ладно, давайте, чтобы прям по нулям было. Все, 1500 получил. Жалко, что нету достижения бизнесмен, блин, ну бизнес купил, все дела. Теперь у нас стоит 900 тысяч в бизнесах, то есть, если я продам этот бизнес, мне дадут 900к, да, я так понимаю. Не донатом, именно 900к. Жалко, 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 но ладно, теперь этот бизнес лично мой. Но есть еще, как бы, пассивный доход, это банк.
То есть мы можем закинуть деньги на банк и получать с этого процентики, пока мы не играем на сервере. Также, в принципе, и с бизнесом. Вот здесь тоже, блин, Самара Сити выкупил бизнес. Знаешь что, банкоматик, F, 300 тысяч на балансе, давайте закинем еще 30 тысяч. Пусть остальные бабки у меня будут на руках. И, в принципе, вкладем их сюда. Вклад 330 тысяч. 330 тысяч. Я надеюсь, эти бабки можно будет там снять без процентов. Если честно, я это делаю впервые, ничего не зная. Вы можете использовать сберегательный счет, чтобы сохранить и приумножить свой капитал. Введите сумму и нажмите «Вывести» или «Пополнить». Дневной рост 0,8% это для обычных игроков, 1,2% для голд игроков и 1,5% для боссов. Окей, закидываем 330 тысяч. И у нас вклад есть на 330 тысяч. То есть я смогу взять и снять в любой момент бабки, которые мне нужны. Так как у меня VIP-статус Gold, буквально на 39 дней, еще 3 дня на статуса босса, я могу получать повышенный, хотел сказать кэшбэк, ну да, выплату повышенную. Так как у меня VIP и 1,2%, по формуле вычисляем, то есть 330 тысяч умножим на 1,2 и делим на 100. И выходит, что у нас в день приходит 3960 долларов, плюс 25 тысяч как бы с бизнеса, и выходит 28 960 долларов. Поэтому, так как у нас 28 969 умножим на 30, то есть 30 дней в месяце, и за месяц мы сможем заработать 868 800 рублей. Это при наличии одного бизнеса и одного такого себе вклада. Но если купить два бизнеса, вроде как на сервере доступны именно два бизнеса, можно купить буквально за 300 тысяч еще бизнеса. Но лучше всего сразу покупать бизнесы, а потом же оставшиеся деньги кидать на вклад. Но это также зависит от игроков. Например, кто-то занимает перекупством, то ему лучше поставить деньги на вклад, чтобы в любой момент он смог себе их достать, а не продавать бизнес, как и я. Поэтому 800 тысяч в месяц, я думаю, это зашибись. Вот такой вот пассивный, в принципе, заработок на этом сервере. А, ну и для меня еще пассивный заработок, это как бы ваши промокодики, так бы, ссылочка в описании. 9 человек уже играют вместе со мной, так что вводи промокод и играй тоже. Ну а у меня, в принципе, на этом все. Вот такой видос вышел, прикупили бизнес, а теперь будем получать где-то 800-900 тысяч долларов в месяц. Достаточно неплохо, если мы нифига не делаем. В это время мы можем зарабатывать деньги на работах, выполнять квесты и еще больше денег закидывать на вклады и еще больше зарабатывать. Ну, либо прикупить новый бизнес. Также будет очень интересно прикупить зону отдыха, потому что там нужно убираться, что-то там чистить, вот это все. Но это, я надеюсь, мы уже посмотрим в следующих сериях. Поэтому нажимай на лайкос, пиши комментарий, как тебе этот ролик, пиши в комментариях, есть ли у тебя бизнес и насколько, будет очень интересно почитать. Подписывайся на канал, ведь наша цель 10 тысяч подписчиков к Новому году. Нажимай на красную кнопку, делай ее из красной в серую. Колокольчик тоже тыкай, чтобы не пропускать мои ролики, всегда смотреть их первым. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.